Ансамбль «Консоника». Музыка Крутого, слова Гуцериева. «Я хочу во сне летать». Остается на сцене, и я приглашаю на сцену для вручения высших наград конкурса Воронцова Артема, Геннадию Анну, Ярцеву Полину на сцену, Виктора Веряскина, Рябцеву Анастасию и Тингаеву Лизавету. Церемонию вручения гран-при конкурса прошу провести сопредседателя жюри, кандидата педагогических наук, профессора, директора Центра развития профессионального образования Института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповича, лауреата международных конкурсов Юрия Николаевича Вязьмина. Гран-при конкурса в номинации «Фортепиано» вручается Воронцову Артему.
детская музыкальная школа номер 1 имени Чайковского, город Оренбург. Преподаватель Сосновцева Ольга Григорьевна. В номинации «Духовые инструменты» Гран-при Корт конкурса присуждается Геннадьевой Анне. Детская школа искусств номер 2, город Оренбург. Преподаватель Кожеватова Любовь Владимировна, концертмейстер Хасанова Роза Усмановна. В номинации «Народный вокал» Гран-при конкурса присуждается Ярцевой Полине. Детская школа искусств номер 2, город Оренбург. Преподаватель Увяткина Любовь Юрьевна, концертмейстер Увяткин Николай Александрович. В номинации «Художественное слово» Гран-при конкурса присуждается Виктору Веряскину. Гимназия номер 6, город Оренбург, театральная студия развития личности «Таланты». Преподаватель Каштанов Павел Валентинович. Гран-при конкурса в номинации «Эстрадный вокал» присуждается ансамблю «Консоника». Дворец пионеров и школьников города Орска. Преподаватель Перевесинская Наталья Леонидовна. И еще одно гран-при конкурса вручается Рябцевой Анастасии, солистке ансамбля «Консоника», город Орск. Преподаватель Перевесинская Анастасия Юрьевна. В номинации «Изобразительное искусство» гран-при конкурса получает Тингаева Елизавета, детская школа искусств, город Гай. Представитель город Гай есть, если заберете потом. И в номинации «Скрипки» мы уже отдали гран-при Максименко Арине, город Новотроицк. Поздравляем вас, ребята! Мы будем на вас равняться. А вы, уважаемые зрители, сегодня были свидетелями необыкновенного, единственного, незабываемого концерта наших юных талантов Оренбургской области. Спасибо, ребята! Проходите в зал, а мы переходим к церемонии награждения, которая, как вы понимаете, по 16 номинациям у нас очень долгая, поэтому мы проводим ее в двух залах и просим пройти в малый зал все инструментальные номинации. Фортепиано, народные, струнные, скрипка, духовые. Инструментальная номинация награждение в малом зале –